love working out here in the open. It's very inspiring. The sun works hard all day for very little praise. If only I could be so grossly efficient. Какой стилет. Ладно, поехали. Здесь два входа. Ага. Как интересно. Один чего-то там. Исследование. Ладно. Три черепушки. А, слушай, смотри, вон там дальше дверь. Ноль из двух, это может быть как раз... Дальше вход Б откроется, нет? И не знаю, давай посмотрим. Да все понятно, давай. Неправда. Мы живые. А вдруг мы не живые? Ой, ну не придумывай, ага. Мы не живые. Ты видел, какой у меня там румянец во всю щеку? Подкрасили. Ага. Вот эта штучка. Вот эта штука. Я побежал. Вон, смотри, румянец какой. А у тебя румянца нет, слушай, ты не живой. Живой я. Ты на свету на себя посмотри, вон вся желтая какая-то. Нормально. Ты тут непронижаемый румянец. С ним все в порядке. Волосы, правда, синие, но зато цвет какой яркий. Я застрял. Интересно, здесь реально вообще застрять? Так, ну-ка. Моя телега. Я не могу запрыгнуть! Ха-ха-ха. Опять. Та-дам. Ну ладно, поехали. Это доза позитива. Они нам тут полезные вещи рассказывают. А мы уже сами разобрались. А мы уже все умеем. Ага. Ну, правда, я забываю переключать. Так, это отпустить, это подтянуть. Подтягиваем. Вот, что это? Где? Ты так куда? Я не поняла. Вот это вот звезда. Чего? Пэу. А, стой! Штука, стой. Нам налево или направо? Я думаю, раз мы идем вправо, значит, надо посмотреть налево. А, ну как обычно. Не, ну стрелка же вправо показывает, смотри. А, ты мне помоги, что ли, немножко? Что значит звезда? Я не знаю. Секретик? Ага, слушай, для двоих только похоже, смотри. Парочка нарисована. Да, вон иконка на двоих. Брось. Я просто увидел там... А, нет, не падай! Подожди. Все, я не шевелюсь. Не достаю. Или я зря сюда? Я не знаю. Похоже, я немножко зря. Ладно, давай посмотрим, что там. Так, что тут у нас? Вон, смотри, наверху синенький кристальчик. Говорят, зажми ЛС вниз и жми Б. А якорь? Якорь это что? Да подожди. А, я не сползаю. ЛС и ЛБ. Смотри, я сижу и не сползаю. Подожди, ЛБ, левый бампер. А я что-то в такой позе странно сижу. Опа! Левый бампер это тянуть. Это не надо присесть. Когда ты сидишь, не обязательно вообще его просто ЛС вниз это присесть. Да. Я думала одновременно нажать. Не-не-не. Понятно. То есть, получается, можно сидя притягивать, да? Да. Просто сидя, ты держишься крепче. Оп. Я как королевишна такая села. А! И держу вас обоих, между прочим. Я в панике. Так, кто пойдет налево? Ладно, я пошла налево. Нет, я не пошла налево. А я вообще упал. Я его стукнул так хорошо. Кого? Ничего, пусть ему полезно. А то он какой-то вредный. О, я запрыгнула.
А ты можешь отсюда схватить? Сейчас попробую. Подожди, сейчас. Опа! Не, погоди, ты-то схватишь. Ты присядь. Так я сначала присела. А что нам сделать-то надо? Нам? Тебе надо наверх также забраться, а потом нам надо забраться вон туда, наверх, и как-то, и, наверное, скрутить веревку вот так. Поближе надо к этому кристаллу подтянуть. Вот сейчас покажу, короче. Давай. Ты чего встала? Сижу. Так, запрыгивай, сиди. Короче, там. А ты сможешь запрыгнуть? Я не смогу запрыгнуть. Короче, забирай. Подожди, вот. Не сможешь. Давай ты Давай меня сейчас подтяну. Подтянешь немножко, вот. Вот. Так, присел. Ты присядь. Надо наверх запрыгнуть сначала. Ты думаешь? Вот. Теперь я сажусь. А как ты вверх подтянешь, если ты будешь внизу сидеть? А теперь давай, садись. Сел? Да. Тяну. Нет, слушай. Вон он, вон, смотри, дергается. Ну! Ой. И что это? Я не знаю. Что оно нам дало? Может быть, много этих. У нас сейчас что-то оторвется. Много денег? Фига, стянуло. Много денег, это хорошо, конечно. Деньги много. Мне нравятся более конкретные цифры. Уже что-то поймался на том, что я аж это впилась в кнопку. Держи меня! Ну, подтягивай, что ли. Сидит там, улыбается. Королевна. Ну, я валенок. А что ты сам подтянуться-то не можешь, валенок? Нет. Выключай режим, валенок. Куда? А там, я хотел посмотреть, что внизу. Может, есть смысл карту глянуть? Наверху, я иду к тебе. Потом вернемся. А я запрыгну тут. А что наверху? Ты уже все посмотрела? Там череп дальше. А, держи! Ай, держи! Да что ж такое-то? Фу. Это рука чья-то, смотри, показывает. В эту сторону, говорит. Вам, говорит, туда. Ты сюда не ходи. Да. Ты туда ходи. Стой! Нам вот сюда, по карте. Бери эту штуку. Я буду сзади подталкивать. Хорошо. Нам теперь обратно. Через низ пройти. Или хотя... Давай до конца здесь. Не-не-не, через низ. Вот здесь надо пройти же. Вот. Все. Так нам обратно возвращаться. Не? Вот, видишь? А, хотя можно по низу вернуться. Ну да, нам сейчас мы кругаля дадим и вернемся обратно. Наверное. Ну давай. А слушай, а тут-то прохода нет. Вот по низу надо, получается, спускаться. Вот здесь сюда. Ага. А! Я монстр, да? А еще наверх надо вон туда. Сейчас. Давай. Я за тебя болею. Ну ты негодяй. Фу, все, да? Нет, негодяй, это еще вот так вот сделать. Еще сейчас закреплюсь. Давай, вперед! Ау! Вперед! Я тоже так могу делать, как ты. Нормально. А ты вон даже довольный очень. Видишь, какая я подвижная. Угу. И веселая. Что? Меня там придавило немножко. А это как туда забраться? Куда? Вон там наверху уже вон штуки всякие. Ну-ка. Мы здесь, наверное, заберемся сейчас. Ага, точно. Никому-то тележка не нужна. Ну, в смысле, гробик. Гробик. Дай пять. Я не видела, почему ты меня там шлепнул. Но мне понравилось. Мне, похоже, тоже она. Он улыбается вроде. А, не заталкивается сюда. А! Так, сейчас, погоди. Ну ладно, тащи. Надо теперь наверх запрыгнуть. А, достает нормально, да? А как бы так, у меня ситуация неловкая. О, я из нее вышел. Кстати, когда прыгаешь, он автоматом отпускает немножко веревку.
Пау. Здесь не пройдем, да? Да. А я... А, понятно. Хотел сказать, а я-то почему не прохожу? Держусь такая за тележку. Толкай ее. У нас такой прям тимворк. Ну, как сказать, тимворк. А мы ничего не пропустили? А я не знаю, давай мы что-то идем, идем молчком. Смотрим. Не глядя на карту. Не, слушай, нормально все. Нормально, вроде. Только вопрос, налево или направо? Направо или вверх? Налево вверх. Смотри, здесь стрелка показывает вправо. А, значит, нам туда. Что тут у вас вкусненького? Давайте нам все. А в кустах вот так вот могут спрятать, интересно? По-моему, не должны. Такое ощущение, что здесь нет таких прям нычек. О, опять что-то на двоих. А тут тоже, смотри, точка. Да. Нам нужно, смотри, опять запрыгивать. Ну-ка, отпусти. Ну, на. А! Что-то сказать хочешь? Запрыгивай. Куда-то. И подтягивай. Достану? Нет, не достану отсюда я. Ты давай ее на эту подтяни, а я оттуда подтяну. Я не достаю. Ну, схватись заранее. Снизу схватись. Вот. Держи. Присядь. Сейчас, погоди. Вот, сижу. А слушай, а туда как залезть? Вот именно. Раскачивать, что ли, надо как-то? Ай, правда, а как? Я говорю, может, раскачивать как-то? Почти получилось. Подтяни-ка немножко. А! Не, не достает. Далековато все-таки. А если ты с этой стороны схватишь, то будет нормально. А вот как бы мне туда схватить, если сейчас... Мне сверху, ну, нет возможности перехватиться. Давай, отпускай. Отпустила. Ай! Отсюда не дотянешься, нет, да, наверное? Нет. Не, ну ты поближе к краю-то подойди. А! Держись. Зацепилась. Держись. Ты сидишь? Да. Поднимай меня. Ну не так активно-то. Пускай. Лифт. Eleven. Чуть-чуть меня подними. Чуть-чуть, не в потолок. Чуть-чуть Eleven. Еще чуть-чуть. Вот так. Хватит, наверное. О. Забирай. Ну? Ну, ты наш. Пим. Сколько денег-то дали? А я не засекала. Ну, ладно. 100 тысяч миллионов. В комментариях напишут. Наверное. А слушай, а как нам теперь? Вот поверху идти или по низу? Там же у нас еще... Интересно, тут тупик? Или, тут или параллельный проход? Не особо тупик. У нас же здесь два входа. Может быть, это как раз второй. Слушай, может быть... Ха-ха, тут нам и нужен был. Мы к тебе и шли. Черепушка. Ну-ка, давай стойка. Карту посмотрим. Карта. Мы тут, наверное, сейчас соединимся. Вон, смотри, вниз идут ходы. Нам надо сейчас поверху и до упора пройти. А, что-то у меня не получилось, держись! Там опять, смотри, звезда. Бум. Бум. Смотри-ка. Давай. Тупая. Телега. Вниз? Все, чё? Буду сидеть и бояться. Так я уже сижу. Ты иди смотри, что там. Ладно. Пошел на разведку.
Уку. Штука, там штука, что-то штука. Есть, да. Я спускаюсь, да? Смотри, как я. Смотри, как я. Опа. Спрыгнула еще и опять схватила все, как надо. Ты видела, как я могу? Нет. И ты так можешь. Как? А вот смотри, надо иметь в виду. И чё? Ты мне сейчас показываешь? Опа. Ну, они ну. Запрыгивают. Ну, как? Можно даже по такой запрыгивать. А, ну ты имеешь в виду, что по висячей? Да. И чё ты ушел? Ну, а чё мне там делать-то? Сама справишься. Я чё-то взяла. Прикольно. Правильно. Так а надо. Ну ладно. Что-то увидела, всё взяла. Вот здесь не хочешь забрать? Хочу, так я сейчас приду. В смысле сейчас приду, а я? Всё, а как же я? Почекала. А мы снизу пришли, да? Да. Я не успеваю за тобой. Подожди, я старенький король. Какой ты старенький-то? Ну ты видишь, явно не молоденький. Нормальный такой. Смотри, нормальный такой. Дай позитиву. Не дам. Вот так и живем. Сам там что-то заряжается, когда ему там не попадя. Что это, в куче мале какой-нибудь. Позитива к этому там. Да. А, ну, ты живи теперь без позитива. Вот ты сиди как дура без подарка. Тащи. Тащи. А, падаю. Опа! Опа! Погоди, мы куда? Мы туда. А, ну все хорошо. Чё нет-то? Ой, как-то совсем темно, слушай. Ага. А, вправо темно, значит нам вниз надо. А я туда даже не могу. А, это ты мне не даешь туда. В смысле ты туда не пойдешь? А кто тебя спрашивает-то вообще, перышник? Ну, я тебе. Мы сейчас какой-нибудь фонарик найдем, да? Че-че-че? Ну, мы какой-то рецепт нашли. Что? А, просто вон, на картинке я смотрю. Что-то со скоростью сейчас скатываться будем куда-то. Погоди, не надо никуда скатываться. Подтяни ее немножко. Ай, все, стой. Стой здесь. А! Чуть-чуть. Поближе, да. И что? Не знаю. Да ладно. И чё? Не знаю. Слушай, у меня есть идея, но... Ну-ка, давай. Не тащи её. А? Держи. Запрыгивай туда. Да. Ты тоже понял, да? Думаю, да. Я так неудобно сижу, правда. А как мне? Её же надо как-то раскачать, чтобы она... А! Не хватает? Нет, у меня не хватает. Вот, сейчас, сейчас, раскачивается. Она за пол тормозит. А, слушай, ну может мы не правы? Есть! Так, отпускаю. А ты с ней держись вместе. Сейчас я подтяну ее. Нет, наоборот, я отпускаю, а ты подтянись. Так. По идее, я должна закинуть вон туда. Но как... А! Держи, держи. Отпускай немножко. Так. Мы даже не посмотрели, что там дальше, уже начали прыгать, как дураки. Я знаю, сейчас, сейчас, сейчас. Опа! Ты крутой. Так, теперь мне то самое надо сделать. Мне, может быть, как-то так сползти. А. Ну вообще, куда лезем-то? Я не все? Знаю. Ты сидишь? Да. Я не знаю, как ты это будешь отпускаю? Делать. Отпускаю? Да. Не получилось размотаться. Вы шутите? Это сколько нам тут проползти надо? Я могу немножко отпустить, ты попробуй запрыгнуть там можешь. О! То есть на саму тележку и с нее. Ай, палец устал. А, не достану я. Ты тележку отпусти. Мне кажется, так проще будет. В крайнем случае схватишься. Ага. Далековато.
Сейчас, погоди. Ага. А, вообще не качает ее никак. Давай я сейчас вот так еще тебе помогу. Сейчас ее немножко сюда. А! Че, ты думаешь, мы фигня какой-то страдаем? Да нет. Я думаю, все правильно. Явно кооперативная заморочка. А-а-а, 8, 7. Можно... Хотя нет, нельзя. Дайте какой-нибудь этот двигатель. Может быть, мы просто рано. А может быть, ее вот так вот подтянуть, а ты на своей веревочке раскачаешься, как тебе нужно? Я пытаюсь. Ты с нее прыгать можешь? Я вот не пробовал. Я не знаю. Ну, кстати. Что-то получается пока. Вот сейчас, подожди. В следующий раз я прыгну. Попробую. Не. Стой! Все нормально. Опа. Закрепилась. И... Есть. Так. Я пошел. Там вот что-то светилось, я видела. Да. Я подтягиваю, а ты тоже раскачивайся, как вот ты, как я сейчас перед этим делаю. Ага. Качайся. Нормально. Вон она, дрянь такая. Я ее вижу. Так. Спрыгивай. Зато здесь все собрали. Ну все, заново пошли. Не, ну мы теперь знаем, как это делать. Ну да, быстро теперь получится, я думаю. Мне вот даже, смотри, видишь, я даже не расстроилась лицо, как видишь, довольна мне. Ну дай 5 тогда. Хватит тебе? Не знаю. Или может тоже помочь раскачать вот так? Не надо, ты меня сбиваешь ритм. Зато смотри, как качался. Зато видишь, как ты меня все сбила вообще. А, лови! Не могу. Иха! А ему нравится, смотри. Гаденыш. Мне кажется, там мешаться будет теперь. О! Так. Сейчас. Опа. Ты подальше отойди от края, тебе тележку нужно будет тянуть, видишь? А я ухвачу ее. Видишь, я же не достану. Погоди, пока держи, я сейчас схвачу ее, отойду и заикарюсь. Все. Отпускай. Отпускай. А-а-а! Запрыгивай. Спасите старого короля. Гадина! А что не так? А, надо подтолкнуть. Подтолкнуть ее надо. На. Забирайся. Уговаривать еще пришлось. Ага. Фу. Вот это было, да. Прям по голове, гад. Гробиком. Это будет сложно. А, тут подпрыгнуть надо. Да зачем мы ее так сейчас возьмем? Возьмем так. Или ты хочешь... А давай прокатимся, действительно. Мне понравилась твоя идея. Нам там даже говорили, что давайте. Пока. Смотри, тут можно. Тут еще выше можно. Да, да. Самого давай, верха. Давай, давай, давай. С трамплинами. Клево, я люблю такие штуки. Вот. Фух. У меня аж палец, он отпечатался там вот. Все. Все, залезай. Отпечатался. Поехали. Схвачусь на всякий. Поехали! О, такие расстроены. Я потерялась. Все, затормозил. Пошли обратно. Как ты мог утеряться-то? Ну, меня скинуло там в воздухе, подкинуло, я зацепился за что-то и все. Нас-то двое, видишь, мы тяжелые. Спереди тоже встану. Опа! Вперед! Вот, вот видишь, вот ты тоже почти. Все. Короче. А там что сверху было? Ничего не было? Мне показалось, да? Фу, там просто. Вообще, как бы смотри. А давай карту посмотрим. Он наверх показывает. Давай карту посмотрим, говорю. Ну давай. Тут нормально все. А вон там... А, там темнота же. Точно. Ну все, пошли. Да, нормально там все. Нам, по идее, должны сейчас вот этот, за этот чертеж что-то дать, да? Да. Во-первых, мы сейчас фонарик, небось, и дадут. А их два было черепа? Или третий там? Должно быть вроде три. Не могу посмотреть.
Awesome! You found a new gadget blueprint! Head on over to the shop and I can build it for you. Ну-ка, пойдем-ка. Пойдем-ка. О, что это такое? Кошелек. Колышек. Какой кошелек? Крепит ваш трос к ближайшей твердой поверхности. Ладно. Нам надо две штуки еще найти. А фонарик? Погоди, нет, я могу открыть. Откат 8 секунд, длительность 12 секунд. То есть это улучшить можно будет? То есть можно закрепить вот так вот эту штуку, а мы... Я не могу! Думаешь, да? У меня истерика, да! Да нет, мы все правильно сделали. Мы просто очень крутые и ловкие. Все нормально. У меня же голова резко заболела. Голова, не боли. То есть, представляешь, надо было там его закрепить и потом такое... И прыгать, разматываться. Да мы даже не знаем, как оно работает. Колышек этот. Потом разберемся, посмотрим. Either way, good luck!